размахом встречают Наурыз Мейрамы и жители Приорали. Праздник весеннего равноденствия здесь будут отмечать до середины апреля. Во всех микрорайонах областного центра установили национальные юрты, где каждый желающий может отведать традиционный Наурыз Кожи. А на следующей неделе в честь праздника в Кызылорде пройдут различные спортивные состязания и необычные конкурсы. Основные праздничные мероприятия в Кызылорде проходят на центральной площади города. Здесь буквально за ночь построили импровизированный эт-аул. Под шанраком 30 белоснежных красавиц юрт гостей встречают щедрым Дарсарханом, главное украшение которого – Наурыз-Кужи, символ обилия и достатка в наступающем году. Праздничное настроение людей, похоже, гармонично влилась и сама природа, подарив сегодня кызылординцам относительно теплую и солнечную погоду. Для горожан подготовлена специальная праздничная программа, театрализованное представление Айты-Сакынов, выставка местных товаропроизводителей, конкурсы и викторины. Под восторженные крики зрителей проходят национальные спортивные игры. Смельчаки состязаются в ловкости, быстроте и силе. Во всем многообразии представлены быты, национальные традиции казахского народа. В одном из таких обрядов Саугисер принял участие глава региона Кырымбек Кушербаев. Идущий из глубины веков и почитаемый у всех народов Востока день весеннего равноденствия несет в себе энергию красоты и созидания. Наурыз Мейрамы стал любимым праздником для представителей всех этносов, проживающих в Приорале. С ним они связывают свои надежды, успехи и мечты. Вечером кызылординцев ждет праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Ну а завтра гурманы здесь будут выбирать самый вкусный Наурыз-Кужи, который приготовят повара лучших ресторанов региона. Райхан Дажубаева, Альхайдар Турлыханов, Кызылорда.